Доброе утро. 7:30. Вторник. Вот. Приходим на работу, пожалуйста. И люди приходят на рыбалку. Будет сегодня с утра что-то или нет? Вопрос. Не было, но когда-то должно и утром начинаться рыбалка, потому что тепло, видите. Вода очень тихая, чистая. Солнышко уже светит. Вчера целый день грело, течения большого нет. Течения, так что как-то с утра тоже должна быть рыбалка начинаться. Подмостки поставили. То есть с этой стороны себе плохо ловить. Никак даже, скажем так. Ну, вообще воды-то много. Может быть, он перед подмостками. Может, когда солнце будет выходить, такая теперь рыба будет проходить там. В тени. О, там уже вытащили что-то небольшое. Вот так. Вот такие вот дела. Погода, конечно, красота. С утра. А, лед отогнало. А, нет. Стоит немножко еще около берега. Около берега стоит, да. Потом пройдусь вдоль, узнаю, как будут ловить. Ладненько, все. Чао.